Барак Обама в последний раз вручил президентские медали свободы за вклад в общественную и культурную жизнь Соединенных Штатов и мира. Среди номинантов телеведущая Эллен ДеДженерес, баскетболист Майкл Джордан, актеры Роберт Де Ниро, Роберт Редфорд, Том Хэнкс, бизнесмен и филантроп Билл Гейтс, музыканты Брюс Спрингстин и Дайана Росс. Посмертно удостоенной медали одна из первых компьютерных гуру Америки, контр-адмирал ВМФ США Грейс Хоппер и борец за права коренного населения Америки Элуис Кобел. Президентская медаль свободы – одна из двух высших американских наград для гражданских лиц.